Возле Самарского стадиона временно ограничат движение транспорта. Об этом пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В связи с проведением мероприятий по велоспорту 22 апреля, 23 апреля, 5 мая и 21 июля с 8 до 16 часов будет ограничено движение транспорта на улице Арена 2018 от проезда номер 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин хутор. На улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров. Нельзя будет передвигаться и по проезду номер 2. Также на этих участках 22 апреля, 23 апреля, 5 мая и 21 июля с полуночи до 16 часов будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Продолжается голосование за выбор общественных пространств, которые будут благоустраиваться по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в следующем году. Ознакомиться с паспортом каждого проекта, выставленного на голосование, можно в номере «Самарской газеты» у них на сайте, а также проекты благоустройства размещены и в самой системе голосования. Заглядывайте на сайт, приглашает руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. Телеграм-канал администрации Кировского района информирует, что 22 апреля в концертном зале Дома культуры «Заря» пройдет традиционный фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной». В нем примут участие более 100 человек, представители национальных диаспор, проживающих на территории Самары, в программе «Песни, танцы, инструментальные произведения». Администрация Красноглинского района в своем телеграм-канале предлагает подписчикам делиться в комментариях интересными рецептами куличей. Ведь 24 апреля православные верующие отметят один из важнейших христианских праздников – Пасху. Как известно, основными символами праздничного стола в этот день являются кулич, творожная пасха и крашеные яйца.